Грант, и смотрите, какой завтрак. Обожаю яйца, колбаску, все это. И у меня тут чай с лимоном. Вчера лимончик купили. Всем хорошего дня. Вкусный обед. Горёшь щи доедает. Курица вчерашняя. Овощи. Так хочется больше овощей, на самом деле, сейчас кушать. И мы смотрим Грант. Я там работаю, вся в работе сегодня. Игорь уже убрался сам, потому что мне некогда сегодня уборкой. Что-то камера. Так что вам тоже приятного аппетита. И, кстати, кто пробовал такой соус, не пробовал, попробуйте. Хайнц кисло-сладкий, прям классно. Магните акция на него. Мы выбрались на улицу. Сегодня очень много работы. Целый день вообще не снимала. Мы решили прокатнуться до центра. Там 100 лет не были. Вот. Я вообще не помню, там были? Мы были, когда приехали на День города. Год назад почти. Ну, короче, решили, не знаю, на самом деле получится, нет, потому что ходит ли трамвай, вообще неизвестно. Фу, блин, Машка. Как-то так. С нами поедете? Поехали. Я думала, мы все-таки поедемся. Поедем ли мы? Не знаю, но сейчас поговорим. Мы, короче, доехали до депо. Я лично в этом месте вообще ни разу не была. Прикольно. И когда ты находишься в каком-то месте, знаете, сразу такое чувство, что ты не в Волгограде. А еще у меня такие другие мысли бывают, то, что, блин, прикольно, мы могли где-нибудь здесь жить. Магнит. Пойдем зайдем, я куплю себе мажитель. Хочу себе что-то изжога, что-нибудь такое. Мы купили мажитель, который я хотела. Прогульнулись. Нет, жаль. А прогульнулись, короче, не знаю, минут 10, наверное. Оттуда вышли. Вышли мы на остановку Юность. На Юности. Решили, ну, мы как у нас как путешествие, потому мы не хотим тупо доехать на такси. Решили сейчас доехать на автобусе до Белого Аиста. От Белого Аиста доехать на такси до Аллеи Героев, там прогуляться. Ну, типа так, ну, не знаю. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Вышли на Белом Аисте. Наше приключение в автобусе вообще, конечно. Напротив меня сидела девушка. Девушка. Женщина. От нее воняло так перегаром. И она еще начала со мной разговаривать. Я не знаю, все со мной везде разговаривают. Вот, да я беременная, мне утром стало плохо. Сейчас я, короче, типа выпила, и мне что-то неплохо. Вообще, меня скоро выскребать поедут. Короче, такие подробности. Смотрите, мы идем вот здесь. И тут проложили вот такие огоньки. Я так давно здесь не гуляла. Вообще круто. То как-то чистенько, прям как-то не по-волгоградски, ей-богу. Даже когда я училась тут в колледже, тут было вообще круто, да? Ты тоже такое не видел? Вообще. Мы решили даже пешком пойти. Не тратиться на такси и пройтись. Смотрите, ну правда. Так аккуратненько. Чистенько. Лампу сделали. Вообще. Луна. Игорь. Фонарь. Дорога. Вот так вот. Ух ты, а что за здание новое такое? Такого раньше не было. Какая-то клиника? Не знаю, мне кажется, его отреставрировали. Ну, клево. Еще не доходя, увидели вот этот дом. Хотим туда вверх подняться. Там так огоньки, ну, надеюсь, у нас получится. Держите за нас кулачки. Зашли в лифт. Какой этаж? 17. Едем. Волнительно. Сделали. Смотрите. Это же невероятно. Смотрите. Там Волга. Класс. Там, конечно, самая красота. Круто. Блин, как мне нравятся высокие виды. Красивые ночные. Супер. В большом лифте не было зеркала. Тут есть прикол. Горюшку. Тут нет. Нам понравился вид клевый. Мне понравилось. А тебе?
Вокзал идем. Решила остановиться, сфоткать. Классно. Все так подсвечивается. Не знаю, мы 100 лет не гуляли по городу. Он очень преобразился, прям очень. Кстати, не гуляла после того, как тут мост перекрыли. Подсветка новая. Хотелось раньше Игоря, чтобы снять, как он будет спускаться. Сейчас уже, кстати, 10:30. Пойдем. Так медленно. Хотим туда пойти посмотреть на новый храм, который построили уже почти. Ой, а здесь не было такого, кстати, перекладок таких. Я не помню. Пошли. Видишь, Игорь купил себе пиццу. Вкусненькая. Вкусно пахнет. А я себе купила конфетки, и потом они у Игоря. Покажу вам. От Милки. Блин, икаю. Я думаю, они будут офигенные. Чё? Сухая? Дай мне укусить. Все, укушу, скажу, вкусно или нет. Вот, смотрите, какая. Прикольная. Ну, сухая. Ну, начинка вкусная. У меня тут уже чуть-чуть мажетели осталось этого. Допиваем. Идем. Ман, а за маном храм как раз тот. Ну что, вкусная начинка, да? Смотрите, какой шедевр Мани купили. Александров мороженое. Сырки стоят 40 рублей. Как думаете, сколько стоит это мороженое? Я не буду томить до следующего влога. Скажу, что стоит всего лишь 69. Блин, я надеюсь, это будет очень вкусно. Я еще в Мане нашла Твикс, соленая карамель. И искала давно его. И взяли, кстати, специи. Вон, кстати, мы такие. Пошли, что-то. После вот этого храма плохо видно, конечно. Кстати, мороженое не очень. Горькое такое. Горький шоколад, кто любит, конечно, понравится. Я говорю, ты чё? Кашляй. Луна, храм. Мы идем по аллее героев сейчас гулять. Где салют? Не видно. Ну ладно, мы, блин, так редко гуляем. Мы вообще домоседы. На самом деле это очень круто. Мы уже много прошли, да? Для меня вообще, наверное, рекорды. Мы же, короче, на набережной. Тут прям активно. И намного больше людей. И у нас тут очень быстрый план, поэтому нам сейчас надо быстро дойти до магазина, пока все не закрылось. Так что, не знаю, еще у меня батарея садится, наверное, особо больше не буду снимать. Вот так тут. Очень людно. Мы думали, где все люди? Они, оказывается, здесь. Смотрите, как круто. Здесь в центре качели. Две стены и обе, вот. Игорь говорит, я думаю, они даже под тебя будут как раз. Мастер комплимента, блин. На мост. Тут очень красиво. Мы ни разу не были в этом парке. Сам мост подсвечивается там подсветкой. Слышишь, котенок мяукает? Тут ужинное мяско. Гамбургер. Смотрим Гранд. Рестлик. И мы устали. Ребят, мы сейчас уже будем спать. Игорь, мне сейчас масло обещает сделать. Я устала. Мы столько находились, это кошмар, мы приехали во 2:00. Это вообще мы очень устали. Короче, уже хочу сказать, у меня куча эмоций, потому что мне настолько понравилось гулять в центре, мы там так давно не были, и Волгоград очень изменился в хорошую сторону, мне прям много что восхищало, и, блин, прогулялись очень круто. Устали, будем чуть-чуть отдыхать. Вот, я завтра вам еще побольше что-нибудь расскажу. О том, что мы видели, но уже не снимали, да. Так что всем спокойной ночи. Будем отдыхать. Если смогу косметику. И всем пока-пока.